сейчас все уже. Особенно не помню. Какие-то у меня сутки пройдут, я здесь стою, я же вижу, что здесь происходит. 3,5 года в тюрьме, все-таки тяжеловато мне дали, тем более больше года я был в одиночке, там и дверь не закрывали, там такая решетка, за решеткой посадили ребят, на тебя смотрят, это что такое было? Помните, шоу было как-то называлось? За стеклом, да, вот такое, без стекла причем. Алмаз Шершенович, можно уточнить, а не было ли какого-то давления со стороны тюремного контингента здесь? Вам всем громадное спасибо. Я специально остановился, потому что... Вы знаете, что в 47-й, что в СИЗО, что здесь. В СИЗО, правда, я был в одиночке всегда. Но я везде встречал уважительное отношение к себе от заключенных. Везде абсолютно уважительное отношение, за это я благодарен. От сотрудников тоже. Единственное, вот в 47-й была ситуация, когда, видимо, чей-то приказ был, приехали сотрудники КСИН и вытащили меня, ну, практически раздетого под снег и повредили позвоночник. Чем быстрее, тем лучше. Это, ну, в школе, это...